Вечер добрый, друзья, дорогие братья и сестры. Воскресенье, 9 вечера, трансляция. Всех вас приветствую, Христос воскресе. С вами священник Константин Мальцев. Пока у нас подсоединяется к прямой трансляции, давайте вспомним. Сегодня интересное было евангельское чтение. Вот там, как женщина подошла к Господу и прикоснулась к краю ризы его. Зачем она это сделала? Она была больна очень давно, и как мы читаем, что она продала все свое имение, потратив на свое лечение, измучена уже была врачами, и не было уже как такой надежды, только лишь как на Господа. Прикоснувшись к краю ризы его, она почувствовала исцеление. Господь спрашивает своих учеников, которые рядом с ними, кто ко мне прикоснулся. А сила от меня снизошла. Услышав это, устыдилась она и подошла к Господу, призналась в этом, что это она. Господь говорит, по вере твоей будет тебе. И исцелилась она. Часто говорят, давайте теперь подумаем, как это может евангельское чтение соприкасаться с нашей сегодняшней жизнью. Часто говорят, батюшка, зачем вы целуете иконы и тому подобное, какую силу вы от них хотите получить? Силу, в принципе, никакую не хочу. Это мое благовейное отношение к святыне. Смотрите, Господь не сам ее исцеляет, а край ризы, которую носил Господь, она прикоснулась. Икона, то есть риза, получается, как бы свята в тот момент была для нее. Раз она на чая ответа и выздоровления от Господа, она прикоснулась к краю ризы его. Так и мы, имея чаяние, ожидание, проявление любви от Господа в первую очередь, мы взираем на икону, обращая свою сердечную и умную молитву к Нему. И желаем также услышать добрый ответ в исцелении, в каком-то делании. То есть вот вам подтверждение того, евангельское чтение, почему мы можем прикладываться к иконам и мощам, и другим святыням, связанным с Господом, прямым образом или косвенно. Еще одно евангельское чтение было, тоже интересное. Значит, 10 кожевенных, больные кожным заболеванием, видят Христа и говорят, исцели нас. Господь им говорит, идите покажитесь священникам. То есть он подчеркивает значимость священника. Просто часто говорят, зачем священники нужны? И всякую грязь лить начинают. Нет большого ума, к сожалению. И он говорит, идите покажи священникам. Зачем нужно было идти к священникам? Ведь часто Господь исцелял, просто говоря, встань. Или, чаще всего там, когда это парализованный или расслабленный жилами, да? Встань и иди возьми твой одр, и более не греши. То есть о священниках вот единожды как бы упоминается. Потому что священники были как свидетелями этому чуду. Так же, как свидетелем мы являемся, когда человек кается на исповеди перед Богом. Но что дальше происходит? 10 человек Господь исцеляет, но один возвращается. Почему же из 10 человек даже и Господь возмутился? Не 10 ли я очистил я? Где остальные 9? Один только лишь самарянин пришел, и пал он ниц при ног его, то есть к ногам его упал в знак благодарности. Я как слышал такое выражение, чего все в ноги-то падали. Просто этот человек, который это сказал, он, наверное, никогда не был какой-то серьезной болезнью. И когда ты понимаешь, что это твое счастье, ты теперь здрав, у тебя есть этот талант, который есть у всех, а у тебя его нету,
ты знак радости и любви, и в ноги упадешь. Как мы часто, вот можете, наверняка вы это и видели в интернете, как первый раз услышали, уже в будущем возрасте, как первый раз дальтоники, одев специальные очки, увидели цвета. Что мы видим в их реакции? Счастье, слезы радости. Тогда как они могли проявить любовь к Господу? Тем более это было, более обыденно поклониться в ноги. Но эти евангельские чтения нам еще напоминают сегодня и о святом, которого память сегодня чтится. Это Иоанн Дамаскин. Очень знаменитый святой, который многие труды отстаивал, икон почитания, почему и вот иконы я сегодня и говорю, и даже пострадал определенным образом за это. Он показывает нам значимость Божьего чуда. Часто меня спрашивают: батюшка, я видел эту икону, где у Богородицы три руки. Есть такая икона, называется она Троеручица. Но почему там три руки? Вот именно когда император хотел оболгать Иоанна Дамаскина перед халифом, он приказал отрубить ему десницу и показал пред всей площадью ее народом. Со временем, буквально там несколько дней, эту десницу ему вернули. И он молился перед иконой Божьей Матери, чтобы эта рука, может быть, не приросла, но вот он хотел, чтобы цело было. И Царица Небесная сотворила это чудо. Это чудо, скажем так, не сказка, потому что он очень знатный был человек, очень известный в то время, почему это и дошло чудо и события до сегодняшнего дня. Его рука стала целой. Когда он утром проснулся, он увидел, что целая рука, функциональная рука, потому что он трудился для Господа, и Господь его вознаградил. Для Бога нет чего-то невозможного. Наверное, только спасти человека, если он сам того не хочет. Насильно Господь никого не спасает. Может попустить для вразумления, но не насильно. Если человек и тогда не поймет. Наверное, в той ситуации уже делал утопающего саму руку утопающую. Но опять-таки Господь дает возможность спасти каждому человеку. Такое вступление кратенько о сегодняшних событиях. Можно еще рассказать за великую мученицу Варвару, которая сегодня день памяти. Всех вас поздравляю с их памяти, их молитвами. Подкрепи нас, Господи. Но если у вас есть вопросы, давайте ответим на них, чтобы с пользой провести наш сегодняшний эфир. Всех вас еще раз приветствую. Пишите свои вопросы. И будем отвечать. Давайте, пока вы пишете свои вопросы, на этой неделе мне задали тоже интересный вопрос, вы пока пишите. Опять-таки, как-то не понимаю, людям не имется, докажите, что Христос Сын Бога, Отца Небесного. Хотя мы десятки и прошлый эфир об этом говорили. И почему-то это самый задаваемый вопрос. Почему вы считаете, что Он Сын Божий? Во-первых, за что распяли Христа? За то, что Он называл, как евреи говорили, Сыном себя Божьим нарицает. За то, что, в чем еще может это подтвердить? В том, что Он говорил, отвечая апостолам, что «Я в Отце, Отец во мне». То есть массу можно привести в иванские чтения, где помимо крещения, которое мы можем иванское место одно прочитать, о крещении Христа, когда Дух Святой сошел и голос Отца Небесного, «Се Сын мой». То есть можно перечислить. Что еще нужно, чтобы доказать?
А самое главное, зачем? Барс, вот сейчас я не помню, кто-то из философов европейских, атеистов, мне очень понравилось, как сказал. Я, говорит, не верю в Бога, даже вот атеист сказал так. Я, говорит, не верю в Бога, но мне его не хватает. То есть у людей есть желание познать Бога, но нет желания или ума не хватает поверить. Но однозначно у Бога было две природы, две воли. Он претерпел крестные страдания и тем самым дал нам возможность сегодня войти в рай, которые врата были закрыты. Ну, жду ваших вопросов. Сегодня без вопросов. Это тоже хорошо, потому что прошлый эфир мне тяжковато было вести, был болен, уже немножко поправился. Надеюсь, появляются вопросы, вы также можете их задавать в личку, писать. С радостью всегда вам отвечу. С вами был священник Константин Мальцев. Заходите на YouTube-канал «Боголюб». Там бывают разные видео, в том числе вот эта трансляция. Храни вас Господь. Еще раз воскресным днем вас. Аминь.